У меня, как и у всех болельщиков, есть одна футбольная мечта – оказаться на поле во время большого футбольного матча вместе с футболистами, вместе с теми игроками, за которых я болею. Быть рядом с ними, рядом с командой. Дергай, дергай, дергай уже! Погнали, давай. И когда ты выходишь на поле перед матчем, трибуны, любимый стадион. Было очень приятно, что все трибуны поддержали, весь юг, весь восток. Передать эмоции тяжело, наверное, вот это ощущение. Просто рядом с командой находиться, начинать сезон. Ну, просто потрясающе. Спасибо клубу за подарок, конечно. Я не представлял, что такое может произойти. Это, наверное, лучший подарок в моей жизни. За 35 лет боления за «Локомотив», конечно, это потрясающе, что это произошло.